Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. Уже поздно. Вам лучше пойти домой. Я не устал. Да и ты навряд ли. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Я видел фото ребенка в кухне на столе. Это ваш сын, да? Да. Его звали Коул. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Но должна же быть связь. Мы знаем, что девианты пережили эмоциональный шок, сильную травму или несправедливость. Кибердевочки в клубе «Рай». У этих точно была масса шансов пережить травму. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. Ничего они не хотели. Они девианты, вот и все. Ну а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Вы точно знаете, кто я и что. И я не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Ничего нигде не ёкнуло, когда в девчонок стрелял. Железный ты урод. Программу свою выполнил, и ладно? Я сделал то, что предписано программой. У меня не было сомнений, если вы сейчас об этом. А я вот тебя убью, и ты потом снова явишься, как ни в чем не бывало. Но ты же боишься смерти, Коннор. Меня нельзя убить, лейтенант. Я не живой. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Мы оба знаем, что вы не выстрелите. Вы лишь провоцируете реакцию. И я вынужден вас разочаровать. Ну, ты-то у нас, конечно, голова. Все-то ты у нас знаешь, а? Тогда скажи-ка мне, умник. Откуда мне знать, что ты не девиант? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой. Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. Вам следует перестать пить. Вы можете серьезно подорвать свое здоровье. Так в том-то и суть. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того, до чего? До того,
Да ни до чего. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Это вполне мог быть программный сбой, который возникает от каких-то триггеров. То есть, если по-нашему, по-простому, то хер его знает. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Я машина, и у меня есть задача. Я знаю, кто меня создал и для какой цели. У моей жизни есть цель. В этом и заключается наше с вами различие. Ничего нигде не ёкнуло, когда в девчонок стрелял. Железный ты урод. Программу свою выполнил, и ладно? Я очень рад, что вы начали проявлять интерес к машинам. Кто знает, может, от вас еще будет какой-то толк в этом расследовании. А я вот тебя убью, и ты потом снова явишься, как ни в чем не бывало. Но ты же боишься смерти, Коннор. Чего мне бояться? Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Откуда в вас столько злости, лейтенант? Может, вы сами пережили какую-то травму? Ну, ты-то у нас, конечно, голова. Все-то ты у нас знаешь, а? Тогда скажи-ка мне, умник, откуда мне знать, что ты не девиант? Я регулярно себя тестирую и точно знаю, кто я такой. Да, но какая разница? Картина ясна. Неисправная машина убила человека. Ну а сам-то ты, Коннор? Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Я машина для выполнения задачи. А тебе на все посрать, кроме твоего расследования, да? Ни проколов, ни сожалений, ни слабостей. Вроде такой же, как я, вот только совершенный. Но ты же боишься смерти, Коннор. Этого делать не стоит. Мое уничтожение плохо отразится на расследовании, а также на вашей личной и финансовой ситуации. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Вряд ли у андроидов есть рай. Экзистенциальные сомнения, Коннор. А ты не превращаешься в девианта? Я регулярно себя тестирую и точно знаю, кто я такой. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант?
Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Жаль, что мы не нашли девчонку, которая его убила. Не просто так же убила. А вдруг это была самооборона? У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Ничего у тебя не ёкнуло, когда она себя убила? Или тебе, как всегда, на все посрать, а? Я действовал согласно инструкциям и поступил так, как должен. Но ты же боишься смерти, Коннор. Досадно, если мое существование будет прервано, прежде чем я завершу расследование. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Мы оба знаем, что вы не выстрелите. Вы лишь провоцируете реакцию. И я вынужден вас разочаровать. Ну, ты-то у нас, конечно, голова. Все-то ты у нас знаешь, а? Тогда скажи-ка мне, умник. Откуда мне знать, что ты не девиант? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой. Но ты же боишься смерти, Коннор. Этого делать не стоит. Мое уничтожение плохо отразится на расследовании, а также на вашей личной и финансовой ситуации. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Вряд ли у андроидов есть рай. Экзистенциальные сомнения, Коннор. А ты не превращаешься в девианта? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой.